Приднестровские поля не место для таких душевных прогулок. Большинство из них в уходящем году были обработаны и засеяны различными зерновыми культурами. Самая популярная – пшеница. В 2013 году был рекордный за последние 10 лет урожай зерновых – 330 тысяч тонн. В 2014 этот показатель еще выше – 340 тысяч тонн. Увеличение результатов сельскохозяйственных производителей все-таки, скорее всего, связано с внедрением новых технологий, новых комплексных удобрений, новых средств защиты растений. Все-таки наши сельскохозяйственные производители начали идти в ногу с мировыми тенденциями, с мировыми новшествами. Нам есть чем гордиться. И я отметила, что тот урожай по зерновым, который у нас был в прошлом году, и он такой же в этом. В прошлом году мы говорили, это небывалый урожай. А в этом году мы говорим, это уже норма. Поэтому, чтобы с каждым годом так и наращивалось все большими и большими объемами и продвигалось сельское хозяйство вперед. По данным Минсельхоза, сегодня практически завершена уборка всех зерновых и полевые работы под урожай 2015 года. Подсолнечника в этом году собрали меньше, чем в прошлом – 85 тысяч тонн против 103. Сказались плохие погодные условия. Они же осложнили жизнь сельхозпроизводителям при подготовке к севу озимых. В 2014-м также было убрано и переработано более 6 тысяч тонн зеленого горошка и 17 тысяч тонн сахарной кукурузы. Продукция готова к отправке в Россию, но из-за нестабильного курса рубля поставки пока приостановлены. По условиям подписанного меморандума у нас создается реестр экспортеров, который будет включен также и в реестр уже импортеров Российской Федерации. Посредством этого будет выработан механизм, когда наши товары сельхозпроизводители смогут поставлять свою продукцию в Российскую Федерацию. Наладить стабильные поставки нашей сельхозпродукции в Россию мешает Молдова, которая отказывается выдавать необходимые документы. На собрании отметили, государство активно поддерживает сельхозпроизводителей. К примеру, за последние несколько лет втрое увеличились площади орошаемых земель. Сельское хозяйство Приднестровья с начала века совершило значительный рывок в развитии. В структуре ВВП в 2000 годов она занимала даже не 1%, а 0,6-0,7%. По результатам прошлого года уже более 7%. Это серьезный показатель для нашего государства и показатель развития сельского хозяйства. Впрочем, приднестровскому агросектору есть куда развиваться. В зачаточной стадии сегодня находятся овощеводство, садоводство и отдельные отрасли животноводства. Развитие этих направлений в Минсельхозе связывают с выходом на российский рынок. Андрей Малеванный, Сергей Василев, Первый Приднестровский телеканал.